Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина предлагает замужество, знакомые реально 4 месяца, но это были не редкие встречи, а наоборот, мы много путешествовали и проводили время вместе. До этого 2 года вели изредка разговоры в интернете о хобби, которое нас объединяло. Я пока не очень готова к созданию семьи, плюс мне надо еще время подумать, уж слишком отношусь я к этому серьезно. Но в последнее время настаивает, чуть ли не до ультиматума доходит. Мои доводы в голову не берет. Говорит, что пора определиться, типа или-или. Что делать в такой ситуации и любит ли он, если так поступает? Я, возможно, скажу да, но пока же хочу присмотреться. Спасибо. А что делать в этой ситуации, чтобы что? Аноним. У вас цель-то какая? По поводу того, любит-не любит, я боюсь, что... это ваше сомнение в собственной ценности, то есть сама ценность. Второе, на что хочу обратить внимание, точнее, наверное, уже третье. Вследствие чего такая серьезность к браку у вас? Не переоцениваете ли вы значение брака? Не вкладываете ли вы в брак? В общем-то, те смыслы, которые к браку отношения не имеют. Дальше. Значение брака для вас и значение брака для мужчины могут различаться. Имело бы смысл спросить у него, какое значение для него имеет брак и, собственно, из какого значения он так настаивает. Следующий аспект. Если человеку что-то нужно, а ваши доводы он не слушает, почему вы думаете, что это изменится в дальнейшем? Если уже сейчас человек вас, по сути дела, несколько игнорирует. Вот то, что я мог бы вам сказать. Такое ощущение, что и вы, и мужчина слишком много значения придает браку. А наличие или отсутствие брака никак, повторюсь, никак не влияет на отношения. Сами по себе. Вот и все. Люди очень часто об этом забывают. Далее. Вы говорите, я не очень готова к семье. Почему? Как это проявляется? Расскажите, в чем неготовность? Вы говорите, мне нужно подумать. Подумать о чем? Возможно, вы скажете «да». Из какого чувства? Из какой идеи? Любите ли вы человека или нет? Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.